Темнота – друг молодежи. Старая шутка в Балахнинском районе приобрела новый смысл. Дело в том, что местный детский сад вот уже третью неделю сидит без электричества. Тех, кого родители не успевают забрать засветло, сидят в группах при свете фонарей. Фонариками спасаемся. Одна лампа на одну группу. Как их можно спасти один фонарь? О чем вы говорите? А где мы их возьмем, где больше фонарей-то? И через что мы их включим? Темно играет, но мы фонари включаем. Очень темно. Мы себе с фонарями ничего даже не видим. Мы не занимаемся, только занимаемся утром, когда светло. А вечером что делаете? Просто играем в темноте и фонари зажигаем. Они не могут елку нарядить, гирлянду не разрешают вешать. В итоге дети остаются без праздника. Дети, мне кажется, не очень как-то в потемках-то занимаются, для зрения плохо. На всю группу один фонарик, и которому быстро кончается, вот сейчас вот воспитатель сказал, быстро кончается подзарядка. Да кошмар вообще. Третья неделя пошла, света на чиновнике нету. Тут у кого-то и нету в этих группах, у кого-то нету в спальнях, на лестницах света нет, не знаю, как они бедные вообще спускаются, поднимаются. Это неудобство и детям, и воспитателям, что говорить, и родителям. Родители все работают. Приходится отпрашиваться с работы, забирать до светла. Сейчас одевались на ощупь, вот в раздевалке одевались на ощупь. Две недели не может предпринимать администрации уделать обыкновенный свет, это вообще. Что ж мы живем-то, что ж... Совсем в древнем мире, что ли? В администрации Балахны нам сообщили, что об этой проблеме знают, но оперативно устранить не смогли. Конечно, ненормально. Естественно, эту ситуацию надо решать. Она решается на уровне и главы администрации. Вот сейчас кабель, по-моему, они закупили, да? Вот как последнее известие. Дальше сейчас работы пойдут вестись уже по установке этого кабеля. Когда свет на садике? Как работа будет сделана? Так а детям что делать сейчас? В темноте сидеть? Не знаю ничего. Не ходи фонарь на одну большую комнату. Ну, я понимаю. Чисто по-человечески можно родителей понять. Я все понимаю. Как мама, да, это... Но, с другой стороны, можно понять и руководителя, она делает все возможное. Как сообщили в местной администрации, электричество в детский сад вернется не ранее следующей недели.